Поехали. Ну а что? Ну что, друзья, всем привет. Это новое видео. И сегодня мы вот с этим парнем снимаем 10 кругов ада. Когда был в Москве в походе, останавливался в Балашке у одного парня, спецназовца, Рома Никонов. Тебе привет. И он мне сказал, что вот эти испытания, они проходили, и это супер адская фигня, поэтому сегодня мы пробуем пройти ее сами с Тёмой. У нас есть коврик. Он мега большой, друзья, у меня был на него обзор. Ну и 10 кругов ада начинаются прямо сейчас, потому что на улице нереальный ветер, а я хотел все это сделать в футболке. Поэтому, друзья, спросим у Тёмы, что? Ну, мы начинаем. Думаешь? Начинаем? Ну, получается, начинаем, да? Да, естественно. Ну, переход, получается, делай. Начинаем. Смотрим, друзья, как разминаются воркаут-атлеты. И это, друзья, пока что только разминка. А теперь смотрим, как разминаются обычные парни. Обычные парни из села. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know my rap. Ну что, друзья, мы начинаем. У нас полетел коврик. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Три, друзья. Let's go.
I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop. Третий круг, друзья. Это уже ад. Сейчас пьем воды пару секунд и продолжаем. Буду, друзья, следить за камерой, потому что в любой момент может выключиться и мы не заметим. Поэтому на счет три мы начинаем. Раз, два, три. Финальный, друзья, финальный, последний раз. За это можно и выпить воды. Тёма уже закончил. У меня остается последний раз. Увеличиваем громкость музыки и вперед. Yeah, oh yeah, yeah. I'm not the type to take no for an answer. I don't deal with people that are like a cancer. No, instead I hang with the people that enhance ya. And I'm not the type to give out second chances. I just wanna work on my own for myself. I don't need no help, not anybody else. Nah, man, I got it dealt. I'm working on my wealth and I'm working on my health. Keep on working to excel, cause I'm working on myself. Yeah, and y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner. When everybody thinks they know ya, and y'all don't even know I own ya. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'ma blow up. Yeah. Короче, друзья, вот это плечо просто сейчас шлет меня. И это тем более. Короче, мы прошли 10 кругов ада. И мое плечо, друзья, просто в бумате. Не знаю, что сказать. Для этого я сделаю топорик. Как у него есть силы, друзья. И выпады, и морпеха. Короче, друзья, мы закончили. Бицуха напамплена. Это были 10 кругов ада. Слэш. Подготовка вооруженных войск Москвы. Разрисуй друзьям ситуацию. Что я могу сказать? Как, короче, тебе по уровню сложности от, уровню... от 1 до 10? Сейчас, друзья, сек. Уровень сложности. Это как, наверное, сделать супер 540. Воркаутеры поймут. Если учить супер 540 и вот этого заранее, ну, где-то 8 из 10, вот точно вот так вот. Сложность вот такая вот, потому что мне дико забились вот эти вот места. Прессак дико горит, но я могу еще что-то исполнять. Нормально.
пойдет. Короче, друзья, на этом мы, наверное, заканчиваем. Это были 10 кругов ада. Отжимания, гора, морпех и ноги за голову, пресс. Я, друзья, горю нереально. Обязательно попробуйте это на себе и потом напишите в комментариях, что вам дало это и какой уровень сложности. Вообще ваше мнение, друзья. Абу. Тима, да, би. Никитос, подписывайтесь на канал. И да, друзья, скоро у меня марафон. В каком-то из видео вы увидите это интервью. Обязательно, друзья, распространяйте, не забывайте распространять это видео. Ибо скоро, друзья, будет шторм. Шторм в Коркино. Всем спасибо за просмотр. Обязательно пробуйте эту тренировку на себе. И мы прощаемся с вами до недолгого времени. Всем пока.